Как и обещал, я публикую видео о средневолновом приеме, который возможен на приемнике ZR Play 1A. Как вы видите, эфир полон станций. Вот эта британская станция музыкальная, она очень сильная, она даже днем ловится. Но вообще количество станций очень большое. Сейчас попробуем поймать радио «Свобода» на русском языке. Владимира Путина, еще много кого. Вы у себя дома, господа, на Западе порядок. Вот на частоте 1386 килогерц из Прибалтики сейчас транслируется на русском языке радио «Свобода». Очень много кризисных явлений, и та самая... Кстати, достаточно интересная станция, послушать. Поставлена под вопрос. Достаточно альтернативные мнения даже для западных СМИ. Ну, в общем, вот количество станций, которые можно мониторить, очень большое до сих пор на средних волнах. Здесь есть вот виды модуляции, синхронная модуляция. Сейчас мы полоску сузим немножко. Не нужно это обсуждать в парламенте, не нужно уговаривать оппозицию. Друг весьма чистый звук. В абсолютно жалком состоянии находится. Да, бывает затухание, но в общем-то ловит все нормально. Она должна вот это все внутри себя урегулировать. Если мы будем смотреть про длинные волны, то здесь, конечно, станции значительно меньше, в основном они французские. То есть средневолновый диапазон значительно более интересен. Там общественное мнение, и, скорее всего, Америка поддержала Британию, в конце концов. Поддержала ли бы Советский Союз, тут сложно сказать. Но, как бы то ни было, да. Демократии чаще обороняются, чем нападают. Это тоже интересный момент. Во многом еще и потому, что им сложнее сконцентрировать силы. Но с другой стороны, сама эта концентрация, если уж она достигнута... Вот такой короткий репортаж о том, что можно сейчас поймать на средних волнах. В общем-то, достаточно много всяких станций с очень многих европейских стран, иногда даже азиатских. Вот так это все, в общем-то, работает. Несмотря на то, что, конечно, сейчас количество станций на средних волнах значительно меньше стало, чем было, но все равно средневолновое вещание, оно живо. И это, в общем-то, радует. Ну вот, как я обещал, я посвятил вечернее видео средневолновому приему. Пожалуйста, приходите еще на мой сайт, смотрите мои будущие видео. Я рад буду вам еще что-нибудь интересненькое выложить. Большое вам спасибо.